Приветствую, меня зовут Раиль, и сегодня разберем песню под названием «Московская песня» Сергея Трофима. Поехали! Всю ночь на улице бело, и за окном белым бело, и должен справочника свежий календарь. И только маленький таджик с лопатой по двору кружит, на языке хаяма матеря январь. Забытые праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. Я знаю точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна, возявший мир придет весна. Прогноз погоды снегопад, в заторах улицы стоят машины, как сугробы, с выхлопной трубой. И из приемников FM непобедимый Бонни М поет, как на вокалах плещется прибой. Народ торопится, скользит, теряю варежки, грязи, ко входу в недра все погодного метро. И я с цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро. Я знаю точно, растает лед, в тиши полночной и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна, возявший мир придет весна. Приступая к разбору, в первую очередь хотелось бы посмотреть вступление к песне, где у нас звучит фортепиано. Мы не будем играть эту тему, но зато проимитируем аккордики наши на гитаре. Аккорд ЕМ первый. Следующий аккорд ЕМ7. Открываем четвертую струну, добавляем вторую струну на третьем ладу. Следующий аккорд ЕМ6. Нужно ЕМ взять и еще добавить второй лад второй струны. Дальше аккорд С, традиционный. Аккорд АМ. F-диез минор. Септаккорд с уменьшенной квинтой. И аккорд B7 или H7, кому как удобнее. Предлагаю играть вот такой вот перебор. Как играем? Аккорд ЕМ. Дергаем шестую и первую струну. Потом вторую и третью. И снова вторую. И это с форшлагом желательно. То есть шестой струны по первую спуститься. Шестая, третья, вторая, первая точнее. Еще раз. Дальше дергаем четвертую открытую вместе с первой струной. И опять-таки вторую, третью, вторую. Снова, только в этот раз вторая уже на третьем ладу. И потом проводка вниз. С пятой по первую, когда мы зажали ЕМ6. Потом берем аккорд С, дергаем басовую пятую струну вместе с первой и второй струной. Чередуем с третьей струной. Аккорд АМ то же самое. Проводим с шестой струны на аккорде F-диез минор септаккорд с уменьшенной квинтой. То есть шестая, четвертая, третья, вторая. И аккорд B7 резко. То есть... Как звучит в темпе? В течение песни меняется три тональности, что привносит в исполнение, а также в заучивание данной песни очень большие трудности, потому что очень много аккордов нужно учить. Их просто уйма здесь. Даже в одной тональности проходит столько аккордов, и еще это все ритмически быстро играется. Посмотрим аккорды основной тональности ми минор. ЕМ аккорд, первый аккорд. Следующий аккорд Д.
аккорд С. Всем знакомые аккорды, на картинке можно увидеть, как зажать его. Аккорд B7 или H7. Также применяется аккорд АМ. Аккорд G. И, кстати, от АМа, если мы поставим, зажмем еще второй лад шестой струны, получается аккорд F, диез, минор, септаккорд минус 5. Сложно выговорить, да? Но получается аккорд фа диез минор, септаккорд с уменьшенной квинтой. Фа диез минор, септаккорд. То есть зажимаем шестую струну на втором ладу, все остальные остаются как на аккорде АМ. Пальчики, да? И по всем проводим. Он пригодится, этот аккорд. Посмотрим теперь порядок аккордов, как исполнить куплет. Первый. Д. С. B7. Это первый круг прошли, хорошо. Дальше. ЕМ. Д. И сидим долго на G. Два боя, да? Дальше аккорд АМ, где и только маленький таджик. АМ. Аккорд Д. G. С. Продолжаем спуск АМ. B7. ЕМ. И когда про кино потом начинается второй четверостишие первого куплета, такими же аккордами его играем. Сейчас попробуем сыграть, посмотрим основной бой. Это все можно сыграть при помощи медиатора, чтобы четче вы могли увидеть, как я все это показываю. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, в конце. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Если разделить бой. На ЕМ попробуем. Вниз, вниз. Пробуем быстро. И прикол еще в том, что после каждого второго удара он старается блокировать аккорды, Трофим Сергей. И, ну, конечно же, на открытых тяжело блокировать по сравнению с барешными аккордами, но нужно стараться хотя бы теми пальчиками, которые свободны и которые зажимают аккорд. Если которые зажимают аккорд, их можно расслабить после удара. Зато не прозвучат те самые струны. Пробуем первые четыре аккорда. Увидели, да, мы вот этот наш цельный бой делим пополам. На ЕМ приходится два удара вниз, а все остальное на аккорд D. На С приходится два удара вниз, и на B7 все остальное. То есть получается вниз, вниз заблокировали, если можете. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. С. Вниз, вниз. Вверх, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вверх. Начинаем петь за такта. Всю ночь на улице мело, и за окном белым бело, и должен справочника свежий календарь. До аккорда G дошли. То есть также продолжаем делить. Петь начинаем за такт. То есть сначала говорим всю ночь на улице, и только на улице приходит сюда. Заметьте,
если на аккорде G только целиком вот этот бой проигрываем, да? А везде пополам делим. Попробуем спеть до этого места и продолжить уже. На экране можно увидеть порядок аккордов, так что проследить удобно и просто. Всю ночь на улице мело, и за окном белым бело, и должен справочника свежий календарь. И только маленький таджик с лопатой по двору кружит, на языке хаяма матеря январь. Вот таким образом выглядит первое четверостишие. Продолжаем. Забытые праздники давно, как прошлогоднее кино, сюжет которого не вспомнить никому. А я несу тебе цветы, чтобы скорее узнала ты о том, что мне пока известно одному. И тут уже начинается припев. По сути, ничего сложного, да? Просто порядок запомнить нужно. В припеве. ЕМ. АМ. Д. Джи. В7. Хорошо, что один бой везде. То есть... Я знаю точно, растает лед в тиши полночной, и Волга запоет. И рыжею девчонкой, теплою ото сна, возявший мир придет весна. Вот таким образом выглядит припев. На АМ за вторым разом останавливаемся, потом берем F диез М7, минус 5, берем B7, ЕМ. Сразу же начинается проигрыш, короткий ЕМ, АМ, F диез М7 и B7. То есть... Четыре аккорда. Хоть что можете тут, любой бой, можете просто проводить. А я играю вниз, 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 вниз. И начинается второй куплет. Пока еще он в той же тональности, так что все нормально. Поехали, пробуем. Прогноз погоды, снегопад, в заторах улицы стоят машины, как сугробы, с выхлопной трубой. И из приемника ФМ непобедимый Бонни М поет, как на Багамах, плещет за прибой. Окей, тут дальше сразу перемещаемся во вторую тональность. То есть во втором четверостишии второго куплета. Народ торопится, скользит, теряю варежки в грязи. Аккорд F диез минор. То есть мы на тон повысились с аккорда ЕМ на F диез минор. Тут аккорды почти такие же. F диез минор паре, аккорд Е, аккорд А есть, аккорд Д, аккорд Б, Е аккорд. Вот такой вот аккорд. До диез мажор. Септаккорд. То есть С решетка 7. Вот такой вот он, по сути. Семерка вот выглядит таким образом. Народ торопится, скользит, теряю варежки в грязи. Ко входу в недра все погодного метро. А я с цветами под пальто спешу сказать тебе про то, что вопреки прогнозам метеобюро. Понятен, да, порядок аккордов? Просто сесть, запомнить и сыграть. Здесь всяких как типа F диез минор септаккорд с уменьшенной квинтой не будем играть, потому что это сложно зажать. Просто два раза играем BM аккорд. И потом берем аккорд C решетка 7. То есть здесь можно то же самое, когда мы играли AM, потом вот этот аккорд и B7. Можно не играть, можно два раза АМ сыграть, как и на других аккордах мы сейчас будем играть. И все у вас будет получаться намного проще. И сразу после этого начинается припев. Аккорды. F диез минор, БМ, Е, А и С решетка 7. То есть пробуем спеть. Я знаю точно, растает.
лед. В тиши полночной и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна, возявшими придет весна. Заметили? БМ два раза, С решетка 7 и F диез минор. Теперь третий куплет. Перед этим мы перемещаемся в другую последнюю тональность, делаем удары F диез минор, Е-е-е-е и Ре. То есть еще раз. Раз, два, раз, два, три. То есть бас вниз, бас вниз, бас вниз. И новая тональность соль минор, GM. Ну что, Костя жив? Давай продолжаем аккорд GM. Именно в этой тональности теперь будет продолжаться вся песня до конца песни. GM, аккорд F, аккорд ми бемоль мажор и аккорд D7. Ну вот этот. Можешь облегчить себе взять. Дальше идет аккорд CM, продолжение. Аккорд F, аккорд си бемоль мажор. И аккорд ми бемоль мажор под ним. Потом еще раз CM, CM и D7. Еще раз поем. Палатки с надписью «Табак», какой-то уличный остряк приклеил объявление «Лыжи на прокат». Но шутки гражданам не в кайф, поскольку в их привычный драйв так неожиданно вмешался снегопад. Бой такой же, поэтому сложности не должно возникать. То есть просто нужно, как я делал, запомнить аккорды в каждом из блоков, в каждой из тональностей. Куда что идти. Вот я запомнил третий лад, под ним аккорд, первый лад, F. Потом шестой здесь. Под ним есть. И сдвинуться, если чуть-чуть. То есть я вот так запоминал. Визуально, что, куда, к чему, не надо там прямо заучивать после GM, это идет. Просто визуально всегда запоминай, так проще. Так проще. Визуально запомнил, и все. Продолжаем. Мы знаем точно, растает лед. В тиши полночной и Волга запоет. И рыжею девчонкой теплою ото сна, возявший мир придет весна. Возявший мир придет весна. Возявший мир придет весна. В конце уже на трех аккордах проговариваем одну и ту же фразу на аккорде GM, CM и D7. Возявший мир придет весна. На этом разбор подошел к концу. Спасибо за внимание. Если есть заказы на новые индивидуальные разборы, пожалуйста, обращайтесь в ВКонтакте, в личку. Ну и не забывайте подписываться на Хижину Музыканта, потому что мы растем, мы развиваемся, идем вперед, учим новые песни, и у нас все получится, ребята. До скорых встреч, пока.